Многолетней историей турнир обязан основателю первой рабочей команды волейболистов, инициатору и организатору соревнований среди производственных коллективов Михайловского ГОКа Владимиру Прибыльнову. Долгие годы Владимир Яковлевич служил примером мужественности и профессионального мастерства как на рабочей площадке, так и на спортивной арене. Турнир по волейболу проводится в память о знаменитом горняке. В этом году за победу в нем боролись команды из Железногорска, Губкина, Старого Оскола, Курчатова. Три из них – сборные предприятия компании «Металлоинвест» Лебединского и Михайловского ГОКов Оскольского электрометаллургического комбината. Хотел бы, наверное, пользуясь случаем, выразить благодарность всем руководителям предприятий и управляющих компаний, что вот такие турниры у нас продолжаются, не забывают о них. И руководители предприятий находят возможность, чтобы командировать своих сотрудников. Это помогает и общению, и сближает. Ну, естественно, популяризация такого прекрасного вида спорта, как волейбол. Турнир дополняет обширную спортивную программу компании «Металлоинвест» и является достойным примером популяризации здорового образа жизни, укрепляет товарищеский дух в трудовых коллективах. У нас сплочает между собой наш холдинг, когда мы играем, и плюс еще готовимся к летней спартакиаде «Металлоинвест». Дружба дружбой, а на площадке в поддавки никто не играет. Борьба идет бескомпромиссная, в которой никто не хочет уступать. Уже в первый день состязания лебединцы, выступающие много лет стабильным и сыгранным составом, нанесли поражение хозяевам турнира. Впрочем, красивый волейбол показывали все сборные. Нередко мяч надолго зависал над сеткой, верный признак хорошей техники. Редкие встречи заканчивались за 3 сета. Даже проигрывая, командам удавалось навязывать соперникам борьбу. Подготовкой к соревнованиям у нас как бы круглый год. Поэтому мы поддерживаем свою форму и, соответственно, готовимся к очередным соревнованиям. Мы, как всегда, рады видеть знакомые лица. Мы знаем их как соперников на площадке, как друзей вне площадки. Ну, соответственно, и знаем плюсы и минусы каждой команды. По этим критериям мы готовимся. Команда ОМК привезла на турнир не только опытных спортсменов, но и перспективную молодежь, рассчитывая за счет такого сплава выиграть почетный трофей. И действительно, соперники оценили возросший наступательный натиск старооскольской команды. Однако во встрече с коллективами Михайловского и Лебединского комбинатов им все-таки не хватило немного сыгранности и спортивной удачи. Команды равные, и каждый может занять как первое место, так и последнее. Ну, я думаю, что мы не расстроимся. Мы просто приезжаем к друзьям, на самом деле, посоревноваться и, в первую очередь, пообщаться, встретиться. Зрелищное мероприятие в поддержку любительского спорта, здорового образа жизни и корпоративного духа ежегодно собирает все больше зрителей. И это неудивительно, ведь здесь каждая игра интересна и насыщена эмоциями спортсменов и болельщиков. Горняки из Губкина и Железногорска были явными фаворитами и уверенно разыграли между собой первое место. Победу команда Михайловского ГОКа завоевала исключительно за счет большего числа побед с крупным счетом. Лебединцы заняли 2-е место, спортсмены ОМК стали бронзовыми призерами.